Слыхал о пансионате Бор? Правительственный дом отдыха. Нужно в тот конец участка попасть. Пройдем через корпуса, чтобы не маячить на улице.
Шухер, пригнись. У нас компания получается. Давай быстро в тот зал, пока не засекли. Да. Хреновое у нас положение. Отсюда нет выхода. Все двери заперты. Слушай, видел на поверхности бетонные будки? Это вентиляционные шахты. Под этим зданием проходит тоннель, секретная ветка. Можно попробовать спуститься туда. Так мы сократим время и доберемся до города почти по прямой. В подземельях никого нет, поскольку мало кто знает об этих входах. Нужно только оживить этот лифт. Пошарь по помещениям. Где-то должен быть автономный источник питания. Отлично.
Быстро! Питание отрубить, чтобы эти спуститься не смогли. И давай дальше валить, я тебя догоню. Там тоннель ближе. Иди направо. Дойдешь до развилки, уходи в левый перегон. Если вдруг свет увидишь, очерти фонарем круг. Если так же ответит, это я. Если нет, лучше беги. Давай. С Богом.
Ох.